ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые по предварительным данным избраны в состав Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва. Большая явка, 73,9%, говорит не только об активной жизненной позиции белорусов, но и о доверии к избирательному процессу. В 2024-м с господдержкой в Беларуси будет построено 1 400 000 квадратных метров жилья. Это почти на 400 тысяч квадратов больше, чем в прошлом году. За счет всех источников финансирования львиная доля придется на арендное жилье. Талыми и паводковыми водами в Могилевской области потоплено 3 моста и 4 участка дорог. Это коснулось Мстиславского, Чаусского, Белынического, Славгородского районов. Пострадавших нет. Ведется мониторинг гидрологической обстановки. В Бобруйске ситуация стабильная. Обращение не зафиксировано. Бобруйск «Агромаш» экспортирует кормозаготовительную технику в Узбекистан. Первая поставка будет отгружена в республику в марте-апреле. Кроме того, узбекские партнеры выразили заинтересованность в расширении приемки товара за счет почвообрабатывающих машин для внесения удобрений. Бобруйский горосполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 1 марта по адресу Ленина, 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте bobruysk.by.